Теперь они играют вновь в реальной жизни! Банда, посмотрите, это же Сплинтер, вы видите? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы вы не пришли за вами. Чё творим, про меня зовут Царь Кионис, и про Срауша, просто Срауша! При подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду! Ведь перед Риви Суприм Банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, про тебе ж не нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду! Самую сильную банду на Ютубе! И Суприм Банда, вы не поверите, что сегодня мы будем делать! Мы продолжаем проверять легенду, что в 3 часа ночи с играми происходит что-то странное. 3 часа они стоят как будто из ада. Они реально ненормальные, там самая настоящая мистика. Именно сегодня, банда, мы проверим еще одну игру. Это игра FNAF. Это будет реально жесткая банда, с учетом того, что игра уже страшная. И по идее, она должна стать еще страшнее, банда. Но я не знаю, куда еще страшнее. Именно поэтому, банда, и сегодня в 3 часа ночи мы проверяем эту игру. Ранее, банда, мы уже проверили 2 игры. Это был Бравл Старс и Роблокс. Это была просто шутка. Бравл Старс просто умирали все персонажи. А Роблокс мне начали украшать те персонажи, которые в игре. Они оказываются живые. Это реально было нечто, бандиты. Сегодня же мы проверим FNAF. Я очень надеюсь, банда, что вам понравится это видео. И на поэтому продавайте это видео, наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, я проверю новую игру, которую вы напишите в комментариях. Тот комментарий, который наберет больше всего лайков. Именно поэтому, бро, опускайся ниже, жми свой царский лайк. А также пиши в комментариях, какую ты бы еще хотел следующую игру. А тем временем, банда, мы еще в 3 часа ночи начинаем проверять легенду. Погнали! Окей, Суприм Банда, пришло время проверять игру FNAF. Я очень надеюсь, что все пройдет более-менее гладко. Тем не менее, бро, на часах уже 3 часа ночи, 3:10 почти, если быть точным. В это время происходит просто самая настоящая мистика. И сегодня, банда, мы проверяем игру FNAF. А точнее, легенду ли все игры превращаются в ненормальные. Я очень надеюсь, банда, что с игрой все будет нормально. Потому что если FNAF будет что-то ненормальное, то я просто умру. Сейчас я впервые запущу FNAF в 3 часа ночи. Я никогда ранее не играл в FNAF. Это будет мой первый раз. Окей, давайте же начнем. Окей, Суприм Банда, я впервые запускаю FNAF, это просто жесть! Гляньте, здесь уже какой-то черный экран, вы это видите? О, господи, я уже слышу какой-то звук, что это, банда? Я такого никогда не видел, гляньте! И он дает! О, господи, банда, это же переводится, как ты умрешь! Что это значит, Суприм Банда, это просто жесть, как страшно! О, господи, это что, главное меню FNAF? Просто посмотрите, как же оно изменилось! Полностью красный Сплинтер, его еле видно. Это просто жесть, банда, и гляньте. Здесь какие-то китайские слова, китайские иероглифы. Это просто жесть, банда, с этим FNAF 3 часа ночи реально что-то не так. Это реально жутко, бандиты, я напоминаю, мы запустили FNAF 3 часа ночи. И он уже реально просто жуткий. Окей, Суприм Банда, я пока что не знаю, что это за слова, но давайте, к примеру, выберем первое. Я думаю, это будет, как всегда, начать игру. О, господи, пошли какие-то помехи, банда, началась загрузка, посмотрите. 3 часа ночи. Не проживешь, не умрешь. Это значит, банда, вы это видите? Посмотрите, там идет гром. О, господи, там было еще какое-то слово. Видели его? Черт, я не успел рассмотреть, бандиты. Суприм Банда, отмотайте назад и посмотрите, что там было написано. И напишите в комментариях, потому что я реально успел прочитать. Это просто жесть, как же это все жутко. Окей, у нас включилась игра. Это обычная игра, как я вижу. Вроде ее пока что ничего примечательного. Все, как и было раньше. О, черт, посмотрите, все просто стало красным. Вы это видите, банда? О, господи, что происходит? Черт, просто меняйте цветокоррекции игры, вы это видите? Окей, все, вернусь назад. Что это, банда? Это какая-то загрузка или что? Какой-то сюжет в игре? Что происходит? Куда все пропало? Господи. О, черт, банда, приведи все просто мертвые там гробы, это видите, банда? О, господи. Теперь все такое же конец, что это значит, банда, вы это видите? Это просто жесть. Пути назад, нет, ты начал эту игру, Суприм Банда, что происходит? 30 ночи спам реально что-то странное. Мы придем за тобой, что это значит, банда, вы это видите? О, господи, окей, включилась назад игра, но это не та игра, посмотрите. Здесь полностью изменена цветокоррекция, что происходит, банда? Черт возьми, мне прям это не верится. Снова 30 ночи реально происходит что-то странное. И как это понимать, мы придем за тобой? Неужели они реально придут за мной, банда? Неужели Фредди придет в мой дом? О, господи, это реально жутко, бандиты, окей. Давайте посмотрим, что у нас здесь на планшете. Черт возьми, очень большие помехи, посмотрите. Это же Сплинтер, вы это видели? Господи, я не хочу чего делать, это просто жесть, банда. Я хочу выйти с этой игры. Ну же, давай. Почему не выходит игра? Вы видите, я тут нажимаю на кнопку, она просто не выходит. О, господи, какая-то я в ловушке, банда. Я не могу просто выйти с этой игры. Окей, на камерах пока что ничего не видно, это реально жутко, бандиты. Черт возьми, какие огромные помехи. Что происходит, банда, я ничего не делаю, посмотрите. Планшет сам включается, вы это видите? О, господи. О, черт! Это было не самое видео, это был Фокси! О, черт, это реально жутко! Меня вырвало назад в главное меню, вы это видите,
команда! О, господи, что с этой игрой не так? Это просто жесть! Планшет сам начал открываться, мы просто это видели! Окей, Панда, давайте выберем опять начать игру! Мне реально интересно поиграть в этот FNAF! Пока что нет ничего ужасного, кроме тех надписей! Я реально пока что не понимаю, что происходит! Окей, я выбираю начать игру! Черт возьми, опять запускается Панда! Это? Здесь просто начало стучать сердце. О, господи, Панда, давайте включим планшет, посмотрим, что там. Окей, здесь сильные помехи, ничего не видно, я просто ничего не вижу. Что если Фокси или Фредди сейчас придут сюда и меня просто убьют, Панда? Окей, давайте посмотрим, вроде пока что никого не видно. Посмотри, там какие-то маски этих аниматроников, и видите это? О, господи, окей, не помню, что это было в обычном FNAF-е. Переходи во второй этап. Этап интересный, игра в реальной жизни. Как тебе? Это был спринтер, Панда! Происходит. Здравствуй, Сергей Огис. Как тебе наша игра? Ты, наверное, заигрался. Пришло время приступить к второму этапу. Игра в реальной жизни. Думаю, тебе понравится. Происходит, Панда, кто это? Я такого никогда не видел раньше. Мы убьем тебя так же, как и убили всех раньше. А также убьем каждого, кто посмотрел этот летсплей. О, Господи. Нам это приносит лишь удовольствие. Что происходит, супер, Панда, ничего не понимаю. Я вам никак не спастись. О, Господи! Хотя нет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы вы не пришли за вами, иначе вас убьет спринтрап. О, Господи, Сапримбанда, скорее ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пришел за вами Фредди, а то он просто вас убьет, это просто жесть, вы видите это? Как же это все жутко происходит, бандиты? Что вообще происходит с этой игрой в 3 часа ночи? Она реально полностью изменилась, вы сами это видите? Окей, Панда, посмотрим, что будет дальше. Пришло время к второму этапу. Игра в реальной жизни. Мы придем за каждым из вас. О, Господи, мы это слышали, Панда! Мне снова вернут главное меню! Я пока что ничего не могу понять, но он говорит о какой-то игре в реальной жизни! Оказывается, это и есть та самая игра в 3 часа ночи! Получается, в 3 часа ночи мы играем в реальной жизни, FNAF! То есть, Панда, если сейчас нажму на кнопку начать игру снова, то я просто буду видеть из камеры свой дом или как это понимать! Тем не менее, бро, я не очень хочу рисковать! Я, скорее всего, просто возьму где-то спрячусь и буду так тогда продолжать играть! Потому что это реально жестко, бандиты! Нужно просто куда-то спрятаться, Панда, и поскорее, а то они уже скоро придет сюда! О, Господи, Панда, просто посмотрите, вот как выглядит главное меню в моей жизни! Это реально жутко, бандиты! Тем не менее, бро, я хочу спрятаться в одну из шкаф, чтобы они меня просто не нашли! А то мне кажется, что все это добром точно не кончится! Я прям на 100% уверен, что они сейчас придут за мной! Как только нажму на кнопку «Новая игра», стану реально будет происходить что-то странное! Тем не менее, бро, я хочу забрать ноутбук и реально пойти спрятаться! Окей, Супримбанда, я забираю ноутбук! Это реально жутко, мне все еще в это не верится! Черт возьми, гляньте, игра на загрузке все еще здесь! Окей, я бегу в третью комнату, вот эту вот шкафу! Я очень надеюсь, Панда, что все пройдет более-менее гладко! Тем не менее, бро, скорее ставьте лайк, чтобы Фредди за вами не пришел, а то вы сами это видели. Он хочет справить спринтера за теми, кто им поставил лайк. Мне кажется, Панда, что они хотят ставать еще более популярными. Именно из-за этого они заставляют всех ставить лайки на видео с ними, чтобы вывать больше людей. Панда, это просто жесть. Ставьте лайк скорее, Панда, чтобы они не пришли за вами, а то это реально шутка. Окей, нужно просто закрыть эту комнату и спрятаться в этой шкафе. О, Господи, я очень надеюсь, Панда, что все пройдет более-менее гладко. Черт возьми, мне реально прям в это не верится. Окей, бандиты, это реально жесть. Мне прям в это не верится, что если Фредди реально придет за мной, только вдумайтесь в это. Нужно скорее уже здесь просто спрятаться. Что, Супримбанда, сейчас на ваших глазах я реально запущу эту игру. Нажму на новую игру, скорее всего, она будет приходить в реальной жизни. Господи, как же мне в это все просто не верится. Давайте уже начнем игру. Окей, Супримбанда, я нажимаю на новую игру. Это просто жесть, черт возьми. О, Господи, посмотрите, экран просто потух. Господи, что сейчас будет? Мне просто не по себе, бандиты. Черт возьми, что вообще происходит? Господи, как же это все страшно, посмотрите. Опять появляется Фредди, вы это видите? Игра началась, что это значит, Панда? Неужели это самая главная игра сегодня? О, Господи, окей, смотрим, что будет дальше, бандиты. Какие-то помехи, вы это видите? Черт, Панда, что происходит? Господи, посмотрите! Это же моя кухня, вы видите, это мой балкон! Я просто в шоке, игра в реальной жизни, реально! О, черт, просто гляньте на все это! Я никогда не видел, чтобы в моем доме были камеры, теперь они здесь есть! Я реально играю в FNAF в реальной жизни! О, Господи, это все просто мой дом, бандиты, мне просто в это все не верится! О, гляньте, это же та комната, где я сейчас сижу в этой шкафе! Это просто жесть, подо мне реально в это все не верится! Господи, FNAF реально пришли за мной! Откуда... Господи, это же мой подъезд, Панда, видите это? Они там все могут видеть. Это просто жесть, Панда, оказывается, я могу переключать камерами. Просто посмотрите на все это реально мой подъезд. Окей, смотрим, что будет дальше, Панда, Господи. Гляньте, это же Фредди. Вы видели, что я вернул назад? Он был в моем подъезде, Панда, где он? Его уже здесь нету. Видите, это его уже здесь нету, Панда, он куда-то ушел. Это просто жесть, мне в это не верится, бандиты. О, черт, куда вообще мог деться Фредди? Почему он сюда проплыл так быстро? Неужели он реально пришел за мной? О, Господи, это была Фокси! Она просто сломала камеру, черт! Посмотрите, связь потеряна, я не могу больше смотреть на этой камере! Фокси просто уничтожила камеру, это просто жестко! О, Господи, смотрите, я переключаю камеры! Все камеры подъезда просто выключены, вы это видите?
Это что, Фредди? Что происходит, Банда? Что он там делает? Мне очень плохо все видно. Глянь, это последняя камера. Черт, он ее тоже поломал. Черт подни, это просто жесть. Получается, мне теперь остались только камеры, которые у меня в доме. Окей, это моя ванная. Черт возьми, мне в это прям не верится. Откуда в моем доме камеры? Пока что ничего плохого нет в моем доме. Но то, что было в подъезде, это реально жутко, бандиты. О, господи, окей, я просто переключаю камеры. Я очень надеюсь, что они не зальют ко мне в дом. Ведь я же закрытый снутри, Банда. Как они тогда войдут? Окей, на балконе тоже пока что ничего плохого не видно. Это просто жесть, как стрёмно. Бандиты, гляньте! Боже, это Сплинтер, он рубит в эту дверь! Он хочет зайти в эту комнату, он просто бьет эту дверь, видите, там стучит! Он реально стучит в эту дверь, Банда, я в этой комнате, он стучит в эту дверь, даже сейчас на экране! Господи, как же это стрёмно, Банда, нужно быть тише! Гляньте, Фредди на моей кухне, блядь, видите, Фредди реально на моей кухне, Банда! Что происходит, почему он так медленно поднимается? Его очень плохо видно, Банда, потому что он не на свете! Гляньте, Сплинтер, уже в ванной, блядь, видите, Банда, это просто жесть! Господи, камера его просто снимает сверху. Это реально жутко, понятно, мне все уже в это не верится. Но реально пришли в мой дом, Фредди пропал. Куда делся Фредди, Банда? Нужно быть тише, а то он может быть в этой комнате, Банда. Господи, окей, где моя комната? Черт, я не могу ничего найти, где моя комната. Окей, камера начинает ломаться, Банда, видите, камера перестает работать. Просто связь потеряна. Эй, почему ни одна камера не работает? Мне просто выключилась игра, Банда! Мне кажется, это конец! Мне просто перестала работать игра! А Фредди Спринтер уже в моем доме, бандиты, что происходит? Мне реально в это не верится, Суприм, Банда, что делать? Окей, я пока что ничего не слышу, Банда, но это реально жестко! Они где-то в моем доме! Господи, мне кажется, что здесь кто-то есть, Суприм, Банда! Черт! Окей, я открываю очень медленно! Эй, здесь кто-нибудь есть? Черт, пронесло. Здесь никого нету, Суприм, Банда, это просто жесть, вы это видели? Игра насколько выкинула, что просто выбросила меня из операционной системы. Это реально жесть, Банда, меня просто выбросила со всего. Я очень надеюсь, что все мои данные в норме. Тем не менее, профнал где-то в моем доме. Это реально жесть, мне все же это не верит. Скорее, Суприм, Банда, ставьте лайки, чтобы с вами такого не было. Принтер, Би Фредди за вами не пришел, Банда, это реально жутко. Я очень не хочу, чтобы с вами что-то случилось, именно поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А то Фнав реально придет за вами. Окей, Суприм, Банда, я думаю, что нужно выйти посмотреть что-то. Я знаю, это возможно будет моя самая большая ошибка. Я очень надеюсь, Банда, что это все было неправда. И Фредди Спринтер по все еще нет в моем доме. Это все был какой-то монтаж. Тем не менее, брат, давайте уже выйти посмотрим. Черт, господи. Как же я волнуюсь, Суприм, Банда, это просто жесть. Господи, Банда, посмотрите, это же Спринтер, вы видите это? Реально существует, господи, какой же он страшный.